в завершение, необычный кот стал новой звездой видеопортала YouTube. В марсельской ветеринарной клинике живет питомец, который без ключа открывает замки. Видео со взломщиком набрало более 2 миллионов просмотров. По словам зооврачей, каждый раз, приходя на работу, они сталкивались у дверей со своим подопечным. А ведь накануне его клетку закрывали на защелку. Чтобы проследить за продвинутым котом, в клинике установили видеокамеру. Она и зафиксировала комедийный сюжет. Зарубежные новостные ленты взорвались восторгом. Одни с улыбкой отзываются о питомце, другие же считают, что животное невольно может стать помощником вора.